Всем здорово! Вы на канале Поршень покинул чат, я Вадик Стиви. И сегодня у нас заруба между Opel Vectra C, 3-литровый дизель, передний привод, 184 конских сил, и BMW E39, пятерка, 3-литровый дизель, 193 силы, задний привод. Сегодня мы посмотрим, кто же вывезет эту битву. Горка, на которую мы будем заезжать, находится за нами. Вот здесь. Вы уже ее видели, но в прошлом видео многим зрителям не понравилось то, что мы сравнили задний привод от BMW и Quattro от Audi. Так что сегодня у нас битва плюс-минус равных автомобилей по конским силам и по приводу. Сначала будем заезжать без разгона, попробуем, но думаю, шансы у нас невелики заехать без разгона. А потом уже будем с разгончиком. В общем, ребята, под капотом здесь у нас 3.0, турбированный, дизель 184 силы от Opel. Кому интересно, если это видео наберет хотя бы 100 лайков, мы сделаем обзор на данный автомобиль, потому что этот мотор довольно-таки редкий, я думаю, многим будет интересно. Так что, поехали. Полетел опелек. Да что-то это вообще беспроблематично. А там уже начинаются проблемы. Тут уже все. Ну, короче, все. На этом все и закончилось от Opel. Но это было без большого разгона. Еще есть вариант с разгоном побольше. Я думаю, все-таки он выйдет. Потому что в прошлый раз я остановился в этом же месте. Опелек немножко закопался. Но это не страшно. Немножко закопан. Да не, выйдешь. Просто назад медленнее сдавай и все. Выйдешь. Тут, если что, песок. Тут не страшно, ничего не будет. Чего мне бояться? Ну, нам бояться нечего. Ой-ой-ой, тут, по-моему, толкать. Не-не-не, сильно не вариант. По-моему, тут надо толкать. А ну давай потихоньку вперед попробуй. По чуть-чуть так. Не. Что, толкать будем? Чур, я оператор. Давай, Володя, бал. А у тебя перчатки есть? Все, тут ты зарываешься. Я поехал. Еще больше зарываешься. А где наша лопата? Коля, где лопата? Нам надо наш глушитель лопата. Потому что не справляемся. Да. Наигрались. Надо перчатки. О, давай перчатки. О. Сейчас, короче, надо повыгребать. О, несет. Несет лопату, блядь. Подожди, блядь. Да положи его под машину, сейчас затянем. Да не надо полаживать под машину. Нет. Володя. Вот так ему вдоль положишь и пиздец.
Да, и шо? Подожди. Подожди, подожди. Не, не пробуй, еще второе надо. Давай только медленно, не быстро. Опускай. Стой, стой, стой. Давай. Стой. Короче, пошел я за шнурком, потому что тут особо ничего не помогает. Он уже начинает садиться на пузо. Тут единственный вариант — это только шнурок. Ну, я так думаю. Не так-то все просто. Короче, ребята, спасательная операция Опеля не удалась. BMW задом не заезжает. Если что, еще попробуем передом. Но сейчас тут есть он желающий на Опеле попробовать задом заехать. И, возможно, что-то из этого получится. Потому что привод передний, масса, по идее, вся наперед. И ну, должно быть легче, чем на BMW. Но не факт. Сейчас попробуем. Смотрите. Короче, Опель еще пробует. Не хватает ему. Не хватает ему мощей. Полетел. Это жесть. Это жесть. Там, да. Первая попытка и все. На первой попытке мы и закончили. Закончилось на Opel оторванной защите, термозащите, пластиковой защите. Короче, владелец расстроен, и поэтому мы уезжаем прикреплять все обратно. В общем, ребята хотели снять интересный выпуск, как бьются две машины за место победителя горки. Место победителя горки. Как соревнуются две машины Opel и BMW. Но до BMW не дошло. А Opel застрял. Слава богу, мы его вытолкали. И какой из-за этого результат, что он застрял. Защита оторвала там немножко. Сейчас мы ее крепим обратно. На место. Дается это, правда, не легко. Но я думаю, результат будет позитивный. Так что, ребята, поддержите нас, пожалуйста, лайком. Не нас. Владельца Опеля, он немножко расстроился, но это дело такое. Бывает всякое. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кстати, мы сейчас находимся в такой локации, тут он все заброшено. Если кого интересует такой контент, типа лазить по заброшкам, можем и такой снять. Пишите в комментариях. В общем, ребята, вы были на канале Поршень Покинул Чат. Всем спасибо за просмотр. Пальцы вверх, подписка, и увидимся в следующих выпусках. Пока!